Хореографическая постановка, художественное слово, вокал и музыкальная литературная композиция. В конкурсе приняли участие юные каменчане из всех школ района. В ходе подобных мероприятий у ребят есть возможность продемонстрировать все свои способности, отмечают организаторы. Основной целью этого конкурса является непосредственно формирование у подрастающего поколения гражданской позиции, чувство патриотизма, сохранение ценностей приднестровского народа. «Родом не из детства» – так называлась композиция учеников городской средней школы номер 2. В своем выступлении ребята попытались передать все тяготы и лишения, пережитые их сверстниками во время Великой Отечественной войны. Готовясь к этому конкурсу, мы познавали очень трагические подробности судьбы нашего народа. И сейчас, когда вот мы об этом рассказываем, мы опять переживаем то же самое состояние, это как и те дети, которые работали для фронта, жили в то время. Вокал – наиболее популярная среди конкурсантов номинация. Исполнительское мастерство продемонстрировали как отдельные вокалисты, так и ансамбли. Среди солистов лучшей стала Стелла Карпович. Сегодняшний конкурс дал нам еще раз возможность соприкоснуться с историей и соприкоснуться с памятью тех, кто пал во имя свободы. Я считаю, что это честь для каждого из нас воспевать своих героев, свою родину в песнях и стихотворениях. Победители всех четырех номинаций примут участие в финальном туре Республиканского фестиваля. Он пройдет в Рыбнице 19 февраля. Анастасия Чернетинская, Вера Кашпак, Юрий Заинчковский, Первый Приднестровский.